У меня созрел вопрос. Кому продать свою душу, чтобы выбить два таких красных пика? Два пика! Ван Дайк и Мбаппе. Всем доброе утро, ребята. С вами я, Панда Фикс, и я спал 4 часа. Да и похуй. Не самый бодрый человек на планете Земля в данный момент, но надеюсь, все изменится. Ибо у нас в команде недели Килиан Мбаппе и Ван Дайк. А это значит, что есть шансы поймать кого-то из этих топчиков. Ко мне в основной сквад прям залетели бы красиво. Не обращайте внимания на Инесту и Диего Косту, я немного фанец в дивизионах. С выхода FIFA уже прошло около 3-4 месяцев и ни одной годной красной карточки. Не, Виналдум это, конечно, хорошо, я за него даже 234 матча отыграл. Но ни одной карточки из разряда, ну типа, вау, вот это круто. Мы сегодня откроем красные пики и дальше пойдем соберем 86+. Попытаем удачу в рулетке. А так, начинаем с Division Rivals. Так, есть даже замедлялочка какая-то, но волкаута нет. Кстати, к слову, я волкаутов не видел с выхода команды года. И сей факт подтолкнул меня на эксперимент. Я ровно 30 дней не буду открывать паки. Вы все прекрасно знаете, что есть теория о том, что чем меньше ты открываешь паки, тем круче дроп тебе падает. Вот этот вот молодой человек яркое этому подтверждение. Забил я на фифу примерно в конце декабря. Ну потом спустя месяц он вернулся и на, держи Мбаппе. Ну тебе тут еще Мертенса на засыпочку. Кумира Трезеге тоже на, получите, распишитесь в бичопском паке. Ссылку на полный ролик я оставлю в описании, можете перейти и порадоваться за парня. Так что я для себя тоже сделал некий эксперимент, я ровно 30 дней не буду открывать паки. Звучит так, как будто я какой-то наркозависимый. Да, возможно, я какой-то пакозависимый. Скорее всего, правильно будет сказать. И для меня это будет очень сложно, поэтому давайте поможем мне лайками. Лайки меня вдохновляют делать подобные эксперименты. Ну, ребята, полетели. Weekend League, Elite 3. Пожалуйста, EA, вы ни разу мне не давали топчиков. Пожалуйста, скажите, что настал тот самый момент. Нет. Классический пик. Неужели очередная всратая Weekend League? Next пик. Пожалуйста, 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 блядь. Ну, пожалуйста, ну дайте хоть раз мне что-нибудь классное. Какой нахер Вискас, блядь? Ну, хотя бы разок. Дайте мне топового игрока EA Sports, я вас молю. Реально, играю в эту сраную Weekend League с самого выхода. И больше рейтинга 86 я вообще ничего в глаза не видел. Я не понимаю, может, у меня аккаунт проклят. Это пиздец, ну это пиздец. Вот реально просто горит очко, блядь. Примерно как у этого челика. Попи у Памикана, нахуй вы мне все нужны, блядь. Волкаут есть, вау, неожиданно. Но это Испания, что там может быть хорошего от испанца, блядь. Тиаго, очень ты мне нужен, Тиаго. Кто-то скажет, 88 рейтинг, ты зажрался. 70 тысяч, 40 тысяч. Я что, ради этого потел, Вискас, блядь. Ну ладно, на самом деле, спасибо, что хотя бы не квиксельные информы. 100 тысяч пак. Может быть здесь, нам что-нибудь прекрасное дропнется. Да это же супер карточки, Бразилия. Это, конечно, неправда. Бля, вот если бы это был цапник. Если бы это был цапник, ребята, я бы все простил яшникам. Но, возможно, Алекс Штелиш тоже что-то стоит, надо будет посмотреть. Я не могу сказать, что это игрок моей мечты, но 200 тысяч он стоит, и это довольно-таки неплохо. Наплакал, так скажем. Прежде чем мы откроем викинг-лиговский пак 86+, я нафармил себе 10 паков 81+. Я эти паки еще не тестил, это, так скажем, спасибо поднос 2.0. Ну, такое. Второй пак уже поинтереснее, Жао Канцело. Не, ну это совсем плохо. Господи, хорошо, что я скипнул. Ну вы прикиньте, зависание, ПФА, аргентинец. Это было бы эпичным возвращением Лео Месси, но это где-то в альтернативной вселенной. Итак, EA Sports, я вам еще раз напоминаю, то что с выхода FIFA 20 я не получил ни одной топовой карточки. Отдаю вот такой вот склад, в принципе, мне никого не жалко, Адама Трауре у меня уже есть хедлайнер. В общем, этими игроками я точно играть не буду, поэтому я их сейчас отправляю. Ребята, вас тоже бесит постоянно в мобильном приложении вводить свои данные? Каждый раз ввожу и каждый раз выкидывает. В общем-то, ребята, я решил пикнуть этих игроков на мобилке. Может быть, именно здесь, именно сейчас мне повезет. Ну что это за пиздец? Что это за пиздец? Все, ребята, я вам базарю. Я не буду больше играть в эту ссаную Weekend League. У меня просто уже горит очко, блядь. Хуй ты смотришь и лечишь? Нахуй ты мне всрался, блядь? Просто я монах, блядь. А если вы не хотите заморачиваться всякими паками, Weekend League'ами, просто залетайте на мой сайт PandaCoin и покупайте монетки. Изи.
Ну и, в общем-то, исходя из последних событий, я решил для себя, что не буду больше открывать паки и не буду больше гонять в эту ссаную Викинг-лигу. Максимум до ранга серебро. Ну и под конец давайте я вам расскажу занимательную историю, чтобы ролик не получался уж совсем коротким. Историю о том, что никогда не надо сдаваться. Играл я, в общем, в родном своем 8-м дивизионе, а как вы знаете, сейчас многие киберы ливают именно в низшие дивизионы, чтобы на изи нафармить карточки и конст. Ну и вот, встретился мне один такой кибер, и, в общем-то, к концу первого тайма счет был 5-0. И все 5 мячей отгрузил мне Лукас Моура, обычный, дефолтный. Ну и, в общем-то, нормально у меня так пердак пригорел, и я собрался и начал камбэчить. Первый мяч полетел, третий, четвертый. Ну и на четвертый голешник, как вы понимаете, наш кибер обоссался и начал тянуть время. Но так или иначе, я заставил его бояться. Наверняка я был его очередной жертвой, над которой он усмехался. Но в итоге я перевернул ход матча и в очередной раз доказал, что никогда не надо сдаваться. Да, я проиграл, но проиграл достойно. Итоговый счет 5-4, 5 ударов створ, Тоти Алисон 10 из 10.